объясняю, в чем фишка вот этого Инфернуса. Я, короче, бегу вот так, вот так, вот так, делаю вот так, на тебе по лицу, второй просто сгорел. А я сейчас тоже сдохну. Меня бот убил. Но это кринж. Знаешь, Deadlock — это та самая игра, в которой баланс между персонажами то же самое, как младший, средний и старший брат. Вроде всех любят одинаково, только вот младший уехал учиться в Германию, старший уже владеет двумя компаниями, а ты все еще хочешь выкидывать мусор сам. В любом случае, я решил рискнуть всеми своими нервными клетками и сыграть на всех персонажах в этой игре, чтобы выбрать лучшего и поджигать пуканы всем остальным врагам. И вот как это все было. Слушай, у меня такое чувство, словно ты душнишь прям. Ну, ты теперь горишь. Все, ты сгорела. Ну блин, Инфернус чересчур сильный для этой игры. Батя, ай-яй-яй, старый, ты что припёрся? Я мать трех турелей! Ты кого стреляешь? Останови! Хорош, мой маленький, хорош! О, братанчик сам себя в гроб загнал. Последние слова? Помянем. Мужик, сейчас будет мужская драка. Леди и джентльмены, покупайте билеты, потому что этот мужчина сейчас сгорит. Осталось... просто... ладно, признаю, все, понял, не убивай, давай, договоримся. Ты в меня лучом не стреляешь, а я тебя... Да блин, сколько вас тут? Ну, я хотя бы его убил. Меня боты по жопе еще бьют. Ой-ой-ой, какая же тут жара творится. О, ульта хизы. Ну-ка. Держи 200 килограмм счастья. Таксичишь-то, ё-моё, нет, всё, я не отстану, я тебя пока не заберу, я не успокоюсь. Кстати, вот так и выглядит безвыходность. Дайте по лицу пролёт, поспи. Какой шарик ты мне выдал, извините, я его заберу. Да я 10 хп, всё, ухожу, не убивать, я хочу жить. Казахстан угрожает вам бомбардировкой. О, была мертвая хейза. Моя, нет. Держи 200 килограмм. Она не умерла. Стой. 1 хп. Что у вас там? О! Миражика, зажарить его! Не понял, это еще что за поза? Я пытаюсь туда не смотреть, но почему Абрам смотрит туда? О, старый, ты что тут делаешь? Ну-ка, успокойся. Че, лэш? О, ну вот это ошибка. Иди поспи. Транспортная система Айви под Кимбером с задока до остатки электромагика со мной. Приятного полета, но предупреждаем, приземление у нас самостоятельно. Мы уже подлетаем к местному назначению, так что удачного полета. Полетел, родной. Не, ну смотрите, доставил ведь? Доставил, значит все хорошо сработало. Но вот этого душнила я прикрою в любом случае. Это что? Путь в рай? Лучший мир явно был где-то близко, но что-то не получилось. Ча. У бедолаги жизнь перед глазами пролетела просто. А, ну куда ты полетел? Посмотри сюда, я тут. Он походу... Он меня не заметил, серьезно? Ай-яй-яй, ты мне по уху попал. Полетел, гад. Ты что, приземлился? Это было настолько странно, что даже я не понял, что произошло. У меня всего один вопрос. А что это и с чем это едят? Что это такое? Да, что такое? Боты в стену застревают, что за игрой? Это типа что такое? Джоджо референс, что ли? О, это тот случай, когда ты нашел в книжке какого-то голого персонажа, и ты типа делаешь вид, что ну, мне неинтересно. А потом и возвращаешься. Короче, у меня 2-минутный альт. Это когда запись можно сохранить 2 минуты. Так вот, я все эти 2 минуты не могу 3-й скилл активировать. У меня бесконечная пауза. Типы просто по одному. Один выключает, другой берет. Один убивает. О, сейчас, смотри.
Ну купил! Купил, серьезно, я смог купить скилл наконец. Знаешь, я уже даже собрал целую систему способов, как поджигать пуканы врагов. Залил я все эти способы в паблик Deadlock Hub. Эти ребята находят баги, нычки и все подобные приколы и сливают их в свою телегу. Ну и мой пост, как поджигать пуканы врагов, думаю, там точно найдет свою аудиторию. Ссылка на Deadlock Hub в описании, а я продолжу убивать свои нервные клетки. У меня дед. Ой, дедуля. Давай. Меня сейчас убьет, все, забейте, я отхожу. Он птичку. Яндекс доставка не туда поехала. А откуда у Шива 68 тысяч, кто в курсе? Я не понял, это типа его личный донатер или что? Ай-яй-яй, что они сделали с этим мужиком? Да он вообще не контрится. Ну все, у меня скиллы закончились, у меня все закончилось. Забей, дядя, забей. Просто забей. Я понимаю, ты меня понимаешь, что твой персонаж не контрится просто. Но повезло, что тут никого... нету. Что? Один вопрос, почему у нас две урны было? И основной вопрос, куда мне доставить урну на 8000? И на карте места нет, чтобы куда-то доставить, что происходит? Вот и настал момент, когда... Братан. Ладно, я пошел, пока. Не, ну это вообще странная фигня. Взялся из ниоткуда, начал стрелять. Что за люди пошли? Давай, соси. Ну в смысле, высасывай жизнь. Да блин, поймайся ты где? Поймал деда. Дед, сюда. Да куда ты на дом ТКП пошел? Подожди. О, моя добыча. Куда ты несешь урну? Поймал. Ай, это что за фируэта, балерина, были? Я не могу, они меня рассмешили. Чел, серьезно, в соло хочет со мной бодаться? Ай-яй-яй, я заминированный! Сколько ты на меня их докинул? А, то есть теперь ты бежишь, да? Теперь ты... Не-не-не-не-не-не. После такого не отпускают. Ты, наверное, думал, сейчас приду, взорву его. Ну да, конечно, взорвал. Меня в ульту забрали. О, испугался, это я твой друг, я твою маму.